ребят, на связи Шамшурин. Вот такая мысль пришла, еду с работы от клиентов. Вот сегодня пришел товарищ там один на тренинг и спрашивал, ну, об этой теме мы уже говорили, то есть об этом уже говорено 100 раз, он спрашивал, говорит, а в каком вот внутреннем состоянии, с каким внутренним состоянием лучше всего подходить, лучше всего вот знакомиться, лучше всего делать какую-то практику и так далее, пикапить, все в таком духе. Вот, еще раз хочу напомнить для всех, и для него я уже это сказал, что привязка к внутреннему состоянию – это очень фиговая тема, потому что то есть мозг так устроен, что он все время тебя обманывает, он все время ищет какие-то возможности вот твоим туловищем, вот этим вот животным управлять. То есть он придумывает какие-то причины, причем они настолько прям вот действенны, эти причины, настолько они кажутся вот прям вот, ну, в точку, что ну как так, конечно же, вот же причина. То есть, вот. И штука такая, что если ты сейчас, ну особенно на первых порах, это очень такая хитрая хрень, если ты сейчас будешь цепляться за свое внутреннее состояние и говорить себе, что ой, сегодня у меня не то состояние, сегодня я грустный, сегодня я уставший, сегодня я после работы, или там вот завтра я там отдохну и так далее, то ничего хорошего из этого не выйдет. Как только твой мозг поймет, что тобой, твоим туловищем, твоим телом, твоей головой можно управлять через твое внутреннее состояние, будут происходить интересные, прикольные вещи из серии, что даже у тебя все хорошо, ты, например, бодрый, веселый, счастливый, довольный, и все классно, ты на работе, как только ты выходишь с работы и понимаешь, что ты собирался пойти попрактиковаться в знакомствах, в общении с девушками, только ты выходишь, у тебя начнет включаться какая-то хрень, а, что-то я устал, что-то у меня не то состояние, что-то у меня не то настроение и так далее. То есть мозг будет четко использовать вот этот механизм для того, чтобы оставить тебя в зоне комфорта, для того, чтобы ты не рос, не делал какие-то вещи, которые тебя не, пока что непривычны, пока что дискомфортны. Поэтому по поводу состояния еще раз тема такая. Ребят, вообще не обращайте внимания на состояние. То есть, как бы ни было, если даже вы проснулись и вам там по носу ноги оторвало, и, не знаю, у вас там сопли, грипп, что-то еще. Ну, грипп это, конечно, отдельная история. Устали, не устали, идете и делаете подходы, идете и практикуетесь. То есть это для тех, кто на первых порах, кто новичок. Всегда есть хороший пример, как понять, не обманываю ли я себя сейчас. То есть если вы идете на работу, то есть вы зарабатываете деньги, это вопрос выживания, это вопрос финансовый, это вопрос того, есть ли вам на что покушать и так далее. Вы же не звоните своему директору, не говорите там, Иван Иванович, там, у меня сегодня что-то плохое настроение, у меня сегодня хероватое внутреннее состояние, поэтому дайте-ка я на работу не пойду. Вас просто уволят, поэтому там вы не руководствуетесь своим внутренним состоянием, потому что тот вопрос для вас важен. И пока вы учитесь, для новичков, кто на первых порах этим всем занимается, еще раз, примите этот вопрос как самый главный. Примите вопрос делания подходов, делания практики как самый-самый важный, жизненно важный вопрос. Как-то так, ребят. Поэтому забейте на ваше состояние, идите и фигачьте в поля. Это единственный способ хоть как-то чего-то, каких-то высот достичь и как-то расширить свои внутренние рамки. Все, увидимся, пока.